вы увидите, это разврат. Этот разврат. Раз, два, три. Шапочка на мусорке. Впереди стоит голубая машинка. Да. Ну, а рядом, как ни странно, стоит две красные. Так что в этом есть что-то необычное. Я вообще никогда не понимала. Ставьте лайк, если вы тоже не понимаете. Если, например, ты стоишь, а вот стоят две серые машины, потом две красные. И почему-то, когда ты идешь, все время так получается, что как-то по фарам, что ли, они все стоят. Это очень странно, меня это всегда радовало. Это в детстве вначале удивляло, но теперь... Спасибо, что ты здесь едешь, трактор, теперь меня не слышно. Люблю падать в узкие сугробы. Мера. Ну, мы как бы не в лесу, но пофиг. В общем-то, вы понимаете, я иду как бы по дороге, которая летом... Это просто дорога, ну тут... Пипец, а не дорога. То есть тут глубина, наверное, сантиметров 50. Это просто жопа. Это жопа, Гарри. Нет, ты должна ногой говорить. Это жопа, Гарри. Да. Да. Гарри, это свэг. Это зимний свэг. Давай еще напиши тут. Ты меня прямо. Люблю, когда так. А сейчас вам маленький урок от белых. Как надо фоткаться, чтобы получилось ванильно. Подходите к любому вообще растению, которое у вас есть на площадке. Берем дерево, значит, и начинаем. Мы подходим к нему, берем нежно рукой, обнимаем, ставим как-нибудь ванильную ножку и делаем вот так. Вот что значит Россия. Это автомобиль. Мы идем. Шоколадец. Суровые русские дороги. Что я поняла, что когда я ем ебош, я начинаю пьянеть. И да. Теперь мы пойдем в Макдак. У меня растет усы. Блин, ты такой же гениальный видеоблогер, как я. Нет, не в тему. Ставь лайк, если ты уже так делаешь. Ой, я снимаю. Не в тему.